Приемная комиссия Казанского федерального университета ежедневно принимает большое количество заявлений на различные институты и факультеты. На сегодняшний день в университет уже подано более 50 тысяч заявлений. В том числе оригиналов подано 5200, включая очно, заочное, магистратуру, бакалавриат, специалитет на все формы подготовки. Больше всего подано оригиналов в Институт управления экономики и финансов. На втором месте Институт филологии и межкультурной коммуникации – 445 оригиналов. А также Институт психологии и образования, где собрано 421 оригинал на бюджетную форму обучения. Ознакомиться с результатами прошлого года можно на сайте kpfu.ru в разделе «Приемная комиссия. Итоги приема». Там можно будет найти проходные баллы поступивших в 2016 году. А по сравнению с 2016 годом статистика аналогична, то есть мы идем по динамике на уровне прошлого года. Торопись, ведь остается все меньше времени для подачи заявлений. Свою работу приемная комиссия завершит 26 июля. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.